Дорогие друзья, зрители, подписчики, мы всегда стараемся собирать все новости про ваш любимый сериал, про его сюжет, про его дату выхода, а также рассказываем анонсы про них. Указываем примерную дату выхода сериала. По завершению первого сезона не всегда понятно, будет ли продолжение. Мы расскажем вам о том, будет ли продолжение сериала, а также вы узнаете, сколько всего будет серий, увидите их обзор и анонс серии сериала. И когда выйдет новый сезон, или будет вообще продолжение, или сезон закончен. Подписывайтесь на канал и будьте в курсе всех событий. Когда закончится февраль? Сюжет. В жизни у Ольги Рябининой все прекрасно, любящий муж Кирилл, 13-летний сын Петька, работа в рекламном агентстве, где ее все любят и ценят. Оля – лучший сотрудник, потому любой срочный заказ, конечно же, достается ей. Но в один злополучный вечер Ольге пришлось задержаться на работе, чтобы помочь коллеге. Домой она возвращалась уже затемно. Очень нескоро Ольга найдет в себе силы, чтобы вспомнить произошедшее во всех подробностях. Пройдя через многочисленные трудности и невзгоды, Ольга идет работать в кризисный центр, чтобы поддерживать других женщин, оказавшихся в непростой жизненной ситуации. Удастся ли Ольге вырваться из замкнутого круга и, помогая другим, собрать свою жизнь по кусочкам, если прошлое все время напоминает о себе? Вторая серия. Кирилла приглашают работать в Америку. Он уезжает, забрав с собой сына. А Ольга остается одна, без денег и без работы, наедине со своей депрессией. Она устраивается домработницей к одинокому профессору, который оказывается ее бывшим преподавателем. Он предлагает Ольге попробовать себя в новой сфере, стать социальным работником в кризисном центре для женщин. Ольга записывается на курсы самообороны. Она предлагает организовать такие же занятия в их кризисном центре. Женщины, которым там помогают, должны уметь себя защитить. Ольга знакомится с Дашей, маленькой дочкой Сергея, юриста центра. За психологической помощью в центр обращается художница Кира Портнова. Из ее рассказа Ольга понимает, что Кира стала жертвой тех же самых бандитов, что и она сама. Дорогой друг, если вам скучно и не знаете, что посмотреть, то переходите на канал «Любимое кино» и смотрите онлайн без рекламы и бесплатно. Ссылочку на канал смотрите ниже.